Далее, баракаллаху фикум, шейх дает еще следующий вопрос, 27-й. Мал каулю фи каумин янамуна тула нахар рамадан ва баадухум юсалли маал джамаати ва баадухум ла юсалли. Фахал сияму хаулаи сахих. Шейх дает такой вопрос. Каково решение шариата? Или что вы скажете по поводу таких людей, которые они целый день Рамадан спят, целый день спят, и некоторые из них с джамаатом делают намаз, некоторые из них с джамаатом вообще не делают. Фахал сияму хаула и сахих, пост таких людей правильно, дозволено, значит. Шейх говорит в ответ: «Сияму хаулаи маджзиюн табрау бихи зимма». Их пост, значит, снимается от ответственности, то есть они правильно делают. То есть их пост считается постом. «Валакиннаху накасун джидда», но очень имеет недостаток. «Ва мухалифун ли максуды шари'и фи сиям», и противоречит цель шариата в пост. لأن الله سبحانه وتعالى почему? Потому что Аллах سبحانه وتعالى говорит следующее: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О те, которые уверовали, вам предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, чтобы вы устрашитесь, чтобы вы проявляли таква, как мы с вами говорили. Цель пост для того, чтобы вы, у вас был таква. Когда у человека бывает таква, это не значит, что он пост держит и намаз не ходит, джамаат намаз не делает, или целый день спит, месяц Рамадан, как медведь. Так не должно быть, баракаллаху фикум. Надо читать Коран, надо другими благими делами заниматься. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Абитум было сказано, Пророк саллам говорит, тот, кто не оставляет ложные свидетельства, ложные слова и действия, ложные действия и джахль вещи не оставляет, то никакого нужды нету от его поста, от этого человека. Аллах не нуждается этому человеку о том, что это оставляет еду или питье. Понимаете? ومن المعلوم أن إذاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل. Всем известно, что значит, оставление молитвы или там нарушение правильной молитвы и невнимательно относиться к намазу, это не относится к числам таква Аллаха Азза ва Джалла, или, скажем, богобоязненности, как говорят. «Вала мин таркил амали беззури», также говорит, не относится к таква. Значит, когда он ложные слова не оставляет, وهو مخالف لمراد الله ورسوله, потому что это противоречит, значит, то, что Аллах захочет, и его пророк саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, фи фаридати саумми, от того, что пост стал фардом от Аллаха субханаху ва тааля. Ва мин аль-аджиб анна хаула янамуна тула ан-нахар, сами интересны, говорит шейх, такие люди, которые целый день спят, ва юсхируна тула ан-лейли, и целый ночь не спят. وربما يسهرون الليل على اللغو ولا فائدة له منه. Иногда такие случаи бывают, что целую ночь не спят, чем они занимаются? Лагу, пустословие, или там никакого польза, выгода нету. Некоторые телесериалы смотрят, каким намерением, говорят, что это фильм исламский фильм, это мусульманский фильм. Мусульманский фильм не бывает, баракаллаху фикум. أو على أمر محرم, или نعوذ بالله, занимается харамными делами, як симуна бихи ифман, путем этого они грех зарабатывают, карта играют, нарды играют, шахмат играют и так далее. Ва насихати ли хаула ва амфалихим ан яттаку Аллаха азза ва джалла. Мой насихат, мое наставление этим людям и похожим на них другим людям, чтобы они проявляли таква перед Аллахом. Ва ястаинуху аля адаи сауми аля лваджхи лази ярда. Им необходимо просить помощь от Аллаха субханаху ва тааля для совершения этот пост
таким образом, в котором Аллах доволен, وَيَسْتَغِلُّهُ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ. Шейх говорит, им необходимо ценить это время. Надо ценить это время, время пост. Чем надо ценить? Зикром, побольше зикр делать, чтение Коран, добровольный намаз, добро к людям, к творениям, وَلَيْلِدَلِكَ مِمَّا تَقْتَدِيهِ شَرِيَةُ الْإِسْلَامِيَةِ и тому подобного, то, что, значит, исламский шариат требует от нас, баракаллаху фикум. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ. Вы все знаете, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самый щедрый людей был, самый из щедрейших людей, Пророк, алейхиссалату ва саллям, был. وَكَانَ أَجْوَدُ مَنْ يَكُونُ فِي رَمَضَانِ. И еще больше у него щедрость стал в месяц Рамадан, حين يلقاه جبريل, когда встретился с ним Джибриил, فيدارسه القرآن, вместе с ним читал Коран. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجبد بالخير من الريح المرسلة. Пророк, алейхиссалям, его щедрость, его хороший характер по отношению к добрым делам, он был быстрее, чем, говорит, посланный ветер. Об этом есть хадис, в Сахих аль-Бухари сказано.